Роза, все хорошо. Все хорошо. Итан! Итан! Ну же, Итан! Давай, Итан, очнись! О, нет! Крис, Итан! Ты вышел. Все кончено. Похоже, все кончено и для меня. Итан! Надо идти! Итан, шевелись. В этой штуке бомба, которая взорвет к чертям всю деревню. Смотри на меня. Нам нужно убраться, прежде чем взорвать. Черт! Тебя ждет Мия. Она жива, слышишь? Жива! Мия, я люблю тебя. Прости. Береги Розу, Крис. Эй, эй, эй! Эй! Сам ей скажешь. Ну же, идем, мы уже близко. Не бросай ее. Пусть растет сильный. Чтоб тебе! Прощай, моя девочка. Итан. Вер! Вер, поднимай нас! Стой! Где Итан? Быстрее! Сейчас будет взрыв! Нет! Нельзя лететь без моего мужа! Ми, сядь и пристегнись. Сначала ты скажешь мне, где Итан! Он бы нас не бросил, я знаю! Скажи, что случилось? Где? Что это? Сказал же тебе сядь. Нет. Где Итан? Крис, что ты сделал? Он мертв. Прости. Он остался и спас всех нас. Я не смог. Альфа, взгляни на это. БСА прислали не солдат. Это биооружие. Да они с ума сошли. Жду приказа. Подбери наших бойцов. И курс на европейский штаб BSA. Они заплатят.
Даров взяла сполна. Теперь ты нам должна. И она заперла девочку в зеркале. Родители искали дочь целый день и, наконец, нашли. Охваченный гневом, папа бросился на ведьму, а мама нежным касанием развеяла злые чары. Но ведьма была сильна, и папа крикнул: «Спасай нашу дочь!» Мама с дочкой побежала прочь, а лес охватил пожар. Пепелище и поныне напоминает о жертве, которую принес отец. И до сих пор всем детям, кто слишком долго смотрит на выжженную пустошь, снятся кошмары, как они пошли собирать ягоды и заблудились в лесу. Thank you.
думаешь, мальчик сможет коснуться Луны? Коснуться Луны нельзя, она далеко. А вдруг у него есть ракета? Ну, тогда коснуться можно, но ему будет там холодно. Ну ты и глупышка. Думаю, Луна не похожа на рыбу. Что очень похоже. Папа, с днем рождения. Прости, что я пропустила целую неделю. У меня скоро куча тестов. Ну, ты все знаешь. Ну вот, стоит лишь только вспомнить. Извини, мне пора. Люблю тебя. Нашел ее. Да, там. Ну да, сегодня. Нужно решить проблему. Тебя ждут. Эвелина. Не смей меня так называть, понял? Эй, я пошутил, Роза. Я могу показать тебе такое, что даже Крис ни разу не видел. Она на мушке. Отбой. Все под контролем. Подросток же. Роза, соберись, возьми себя в руки. Знаешь, ты вся в него. Я знаю.